В администрации разработан план украшения Димитровграда к Новому году. На главном атрибуте праздника центральной елки сэкономили, ведь искусственную красавицу купили в прошлом году. В плане мероприятий, которые предусматривается оформлять город за бюджетные средства, у нас 1 744 000 рублей. Планируется привлечь и внебюджетные средства. Городские предприниматели тоже вложат свою лепту в подготовку к зимнему празднику. У нас этот год, он год вообще литературы, год национальной памяти и славы. Мы это будем обязательно отражать. Соответственно, мы планируем на рекламных конструкциях сделать вместо снежинок звездочки. Путепроводы тоже украсят звездами, а засияет и слово «Победа» на аллее славы. В честь грядущего года литературы в каждом районе города новогодние площадки украсят и фигуры сказочных персонажей. На площади Советов появится и символ 2015 года – коза. Персонажи сделают из особо прочного материала. Обойдется рогатая примерно в 40 тысяч рублей. Открытие главной елки запланировано на 24 декабря. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.